Здорово, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим «Не засмейся челлендж». У меня хорошее настроение, а это не часто в последнее время бывает, да? Проблем в жизни много в данный момент. Напиши, кстати, в комментах, как у тебя все дела, в принципе, нормально? Или там тоже какие-то проблемы какие-то там на работе, в универе, в школе, там в детском саду какие-нибудь проблемы? Ну, напиши, интересно, почитаю потом. Надо только забанить всех вот этих первонахов, они не дают читать нормальные комменты. Ладно, погнали смотреть с тобой «Не засмейся челлендж». Кто засмеялся, тот проиграл и подписался на канал, можете просто подписаться, погнали. О, кто-то еще играет в PUBG? Я думаю, уже все. А, это мобильный, по-моему. Художественный фильм «Спиздили». Ого. Империя наносит удар. О! Серьезно? Это пранк. Это пранк. Зовите пожарных, детки. Я ударю. Зовите пожарных, детки. Я в ударе. В нашем детском саду я всех побеждаю. Идите на выборы. Вот тут мы видели. Я, кстати, видел ваши комменты. Многие говорили, что вот этой девушке они б дали 15. Серьезно? 15? Я б тебе дал 15 лет за пиздеж. Да как можно по ней понять, сколько ей лет? Ну, серьезно. Она, я б сказал, на 25, наверное. Может, старше меня даже, я не знаю. Я охренеть. Ну, маскировка уровень 100, знаешь, я так... За прошедшие, блядь, хуёв твою мать. Язык не поворачивается нахуй. Да ладно, это не трудно, я так же умею. Без ров. В пермской больнице охранник-извращенец попал на запись скрытой камеры в кабинете гинеколога. Подожди, не надо, не надо, зачем? Гинеколога, скрытая камера. А, фух, да это просто, да, приколюха. Я типа понял, в чем прикол, но... Смейся. Ни хрена. Бляха, я сначала подумал, это краб такой огромный, железный. И чё? Неудачник уровень 100 просто. Ахалай, махалай, чтобы у тебя такого не было. Они друг друга убили. Слушай, а неплохо. Реально неплохо. Не, ну... Разве что... Плохо, что одежда не подходит. Не-не-не, Кира без той одежды, это не Кира. Это, ну да, прическа похожа, но... Это, если что, Жожа. Если ты не знал. Не-не-не. У противника локал будет около 200-250. Наша задача всех убить, переблобить и изнасиловать. Но больше информации про изнасилование. Ни хрена себе там инфы. Это Эвка. Вот такой тебя бы я видел тоже на улице. Это просто невидимка. Мой маленький друг Карлик невидимка ходит. Огонь! Ходит нас Стелла! Враг сзади! Цель сзади! Огонь на подавление! Враг сзади по левому флангу! Я б такую тему хотел. А ты? А, это я видел. Такое всегда происходит, девчонки, если вы не знаете, у нас в раздевалке всегда такое. Сучки. Правда, как-то они очень долго завязывают. Что бы ты делал, если бы такое зашел в реальной жизни? Я бы с поезда выскочил.
Подожди, что? Не, ну, Россия. Страна контрастов. Где-то плаваешь в море, а где-то по улицам. Попадаешь под закон об оскорблении власти. Похвалишь власть, попадаешь под закон о фейковых новостях. Справедливо. Существуешь у власти, попадаешь под закон существования под властью. Сейчас врежется. Бомблю вражеские войска. И хейтеров, которые пишут свои всратые комментарии. Ууу, скатился, раньше было лучше. Devil May Cry. Саня! О, Саня! Наконец-то я нашел тебя, Саня! О, Саня! У нас тоже был Саня, пропал. Мы его так и не нашли. Кто на Твиче сидит, тот в курсе. Хорош! Украина, самая коррумпированная страна, 142-е место, рядом с Угандой. Ё-моё, я ж просил заблюрить Россию. Мы ж вон на две строчки выше. Аккурат под Нигерией. Чё так много? Ну да. А в Уганде вообще знаешь, что такое? Ну, наверное. Хорош. Ебал, он даже похож. Вот нехер выебываться, потому что. Не, ну нормально, 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 мне понравилось. Знаешь, правда, как-то вот... Это вот... Как моя бывшая, коротковато. Она маленькая была. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И да, если вам понравилось, то напишите комментарий, когда вы смеялись. Ну а пока на этом все. Всем пока-пока-пока. До скорого, удачи.